Рустаму Ефремову до выхода на пенсию еще не один десяток лет, но мужчина уже сегодня задумывается о ее размере и о возможности дополнительных накоплений. Поэтому, когда узнал от специалистов «Алмазной осени» о паритетной корпоративной пенсионной программе, решил вступить в нее. От специалистов «Алмазной осени» я узнал, что есть несколько вариантов подать заявку. Ну, так как у меня нет времени дойти до отдела кадров, я узнал, что есть в терминале новая опция, что есть возможность подать заявку заочно. Чем я воспользовался? И, на мой взгляд, это очень, очень просто и удобно. В рамках расширения опций терминалов самообслуживания реализована возможность подачи заявления работникам компании на вступление в негосударственную корпоративную пенсионную программу. Данная опция позволяет работникам дистанционно вступить в программу, не обращаясь в отдел кадров, что приводит к сокращению времени и, соответственно, упрощает данный процесс. Вступить в программу очень просто. Для этого необходимо после авторизации в программе выбрать услугу, подать заявление, нажать на соответствующую кнопку, и данная заявка будет сформирована. После этого заявка попадает в обработку и, соответственно, готовятся все необходимые документы, после чего с работником созванивается, приглашает его на подписание договора, и все, человек вступил в паритетную программу. Паритетная программа формирования пенсионных накоплений действует с 2017 года. Ее суть в том, что финансирование корпоративной пенсии компания делает совместно с работником в равных долях. К добровольным взносам работника в пользу своей будущей пенсии компания уплачивает встречные взносы в соотношении 1:1. А негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» начисляет к этим взносам ежегодный инвестиционный доход и выплачивает паритетную пенсию с накопленной суммы. Сегодня в программу вступили почти 2000 работников акционерной компании «Алроса». Мария Урцева, Антон Каханский, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».